транспортирует Кловер. Вот, короче, этот центр, как я понимаю, кстати, сделано это неплохо. И только, наверное, ради этого стоит снимать ролики. Всем привет, друзья, с вами Бурбон. Я продолжаю играть на проекте Diamond сервере Ember. И на днях вышло новое обновление. Обычно разработчики нас радуют, ну или же огорчают. Мне кажется, что все-таки огорчают они реже, чем радуют. Различными обновлениями раз в 2 недели, а это целый месяц прошел. Вот одно обновление, о котором сегодня мы и поговорим. Но сначала, пока мы поедем, просто немножко покатаемся, я хотел бы рассказать о том, какую же организацию я пойду, потому что некоторые люди спрашивали, потому что они тоже хотели пойти в одну и ту же организацию, и вот я пойду в ЛВПД, потому что большинство голосов, если я не ошибаюсь, там больше 50% проголосовало за полицейский департамент. И мы с вами пойдем в полицию. Вступлю, наверное, я уже в следующей серии. Чувак просил показать, как пройти электронный тест, что-то на 2-й ранг. В общем, это мы посмотрим, потому что я изучу еще форум хорошо, то есть почитаю все темы насчет полиции. Ну а сегодня, чуваки, поговорим немножко об обновлении. Для начала давайте, наверное, просто, я не знаю, стоит ли увольняться из армии или нет, но мне просто все равно уже ни к чему армия, поэтому давайте пропишем лиф и уволимся отсюда. Так, причина. Я не знаю, довольно-таки глупо будет, если я сейчас просто напишу там причина отслужил, либо там дембельнулся. Ну, короче, да, наверное, будет как-то глупо, но все же ничего сейчас другого в голову мне не лезет. Я правильно хоть написал отслужил? Вроде бы да. Уволиться. Великолепно. Я уволился из этой организации, посмотрите, какой у меня крутой скин, ну, серьезно, 500 тысяч потратил, то есть кто-то может просто пойти в мафию, ему дадут такой скин, а кому-то пришлось потратить 500 тысяч на это, но я ни капли не жалею, потому что скин мне очень нравится. Так вот, чуваки, новое обновление, которое вышло 6 или 7 июня, уж точно не помню, заключается в том, что вот, вы уже видите часть этого обновления, то, что теперь добавили центра механиков, и теперь механики это бизнес, то есть то же самое, что с такси и дальнобойщиками. Давайте для начала, как всегда, в принципе, по доброй старой традиции, мы начнем читать это обновление с группы ВК. Уважаемые игроки, сегодня мы рады представить вам финальное обновление, касающее транспорта на нашем проекте, станции технического обслуживания автомобилей. И то есть, как мы понимаем из этого, больше обновлений на транспорт, то есть другие работы не будет. На каждом сервере доступны 3 станции СТО. После покупки вы можете нанимать на работу механиков, обучать их ремонту автомобилей, а также регулировать цены за ремонт авто, тем самым конкурируя с другими СТО. Также важной деталью обновления является то, что теперь, в зависимости от пробега, автомобили игроков будут повреждены различными видами поломок. Каждая поломка будет нести за собой определенные проблемы с автомобилем. Соответственно, старайтесь устранять неполадки как можно скорее, пока их не стало только больше. В принципе, окей. Такое вышло обновление, теперь наши машины будут ломаться, их нужно будет чинить, как я понимаю. Давайте для начала пропишем тогда GPS сейчас и найдем, наверное, вот, СТО добавили. У дяди ХЗ Диснейты. Какие названия прикольные, серьезно. Давайте поедем у дяди ХЗ, ну такое, конечно. Кинг Браун, тебе привет. Так вот, и мы видим, что чувак транспортирует Кловер. Правда, немножко криво, я не... Что он хотел сделать, я не знаю. Ладно, короче, давайте поедем в ЛС. Ну, тут довольно-таки не так далеко. И по этой причине, короче, посмотрим. Возможно, если сейчас какой-нибудь владелец, дядя Хазея, будет в сети, он, возможно, сможет нас инвайтнуть. Мы посмотрим изнутри это все обновление. Но если нет, то поедем в другие СТО. Вот, короче, этот центр. Как я понимаю, кстати, сделано это неплохо. Давайте припаркуем пока что сюда свой авто. Посмотрим, что да как. 4 миллиона стоит. По-моему, как-то многовато, нет? Ну, ладно, короче, тут также, как я понимаю, можно просто починиться. Или, я не знаю, можно сюда загнать свою машину и просто, типа, знаете, для атмосферы. Ну, маппинг неплохой. Правда, ну ладно, окей. Так вот, тут еще есть различные автомобили механика. Посигнальте, чтобы пополнить топливо. А, прям тут можно пополнять топливо. Также цена за ремонт 1000, офигеть. Серьезно? Да ну, это какой-то бред. Мне кажется, что тут никто не будет как бы чиниться, потому что 1000 платить за ремонт, как-то это дорого, если можно отремонтироваться где-то за 100 или 150 баксов в специальных, то есть, местах. Ну, конечно, такое себе. Тут также информация, можно посмотреть, наверное, название, владелец Торнадо ХЗ, госцена, процент взимаемый с механиков 30, мне кажется, что процент нормальный, только вот заправка 10, заправка нормальная, как бы техобслуживание
5000, ну, это я тоже не знаю, 2 сотрудника всего лишь. Ну, короче, как я понимаю, его, наверное, сейчас в сети нет, давайте пропишем, наверное, Ида Хазе, игроков не найдено. Ну, тогда у нас есть еще два варианта, куда можно поехать. Это Disney Tech или же STO 3, самое оригинальное название. Короче, давайте отправляемся в STO 2, которая Disney. Ну, а если говорить об обновлении, то, в принципе, да, оно, если сравнивать, то есть плохое либо хорошее, оно хорошее, по той простой причине, что теперь все-таки больше будет различных механиков, которые будут кататься и как-то взаимодействовать. Но вот можно было бы предложить альтернативу, то есть смотрите, чтобы вообще эта работа механиков, она была, ну, прям востребована, то есть чтобы люди искали механиков и механики были нужны, то просто взять и убрать вот эти вот шняги, то есть эти вот починки, куда можно заехать и починить, то есть смотрите, там можно починиться за косарь. Тут мы просто заезжаем, типа, ждем, и 100 баксов. И то, если я не ошибаюсь, деньги после релога, они идти возвращаются. Но даже если не возвращаются 100 баксов и 1000, то ты 10 раз починишься, то ты 1 раз починишься. Серьезно, это не очень. И да, казалось бы, и некоторые могут сказать, это будет то же самое, что на Evolve. Потому что когда я делал небольшой обзор на Evolve, там не было тоже вот таких вот мест для починки, они просто были забаррикадированы. Но проблема в том, что механиков не было, потому что там не было таких бизнесов. И то есть люди, ну как бы механиками не очень, наверное, хотели работать из-за того, что мало получали бы. Ну, хз, а так бы, я уверен, что тогда профессия механик, то есть на проекте, она была бы намного востребованнее. И опять же, владельцы бизнесов получали бы больше, и люди, опять же, тоже они получали бы нехилые деньги. Ну, опять же, и, наверное, в пределах разумного, потому что ставить 1000 баксов за ремонт, это очень много. Меня опять протаранили немножко, но, чувак, спасибо тебе. Самое интересное, что это был механик, как бы, он должен, наоборот, чинить, но такие есть механики. Кстати, вот, я говорю, я еду, и типа много их, ё-моё, блин, сейчас буду тормозить, это 1000, не буду чиниться за 1000, я хотел сейчас проверить, типа, ну, косарь тратить, такое себе удовольствие, если можно в то же Санфьера приехать и около автошколы починиться за 100, либо 150 баксов, ну, согласитесь, как бы, ох, и 4 миллиона, по-моему, на такого бизнеса как-то многовато. Потому что те же, если я не ошибаюсь, транспортные компании стоили по 3 кака. Если я не ошибаюсь, могу ошибаться, то есть, можете меня поправить, если я ошибаюсь, но если мне память не изменяет, то они стоили по 3 кака, а это 4, и типа, это должно что ли денег больше приносить, этот бизнес, ну. Вот, как раз, сейчас объявление проходит, что тут как бы сбор, точнее набор механиков, то есть вакансии СТО есть. Давайте, короче, припаркуем нашу машину, я приехал, в принципе, по адресу, да, короче, так и оставляем, тут много людей, не знаю, не все механики, что ли. И нету просто машин. А кто заправляет это? Винценцо, что ли? Давайте проверим сейчас. А, ну можно по-другому сейчас сделать. Пойти внутрь, посмотреть, кто этим всем заправляет. Может, тот чувак стоит внутри. Хоть там было, по-моему, написано название, но я все-таки тут посмотрю. Им заправляет Марс Дисней Бурбон. Привет. Как бы я не хочу все-таки МГшить. Хоть я и говорил, что Diamond RPG, но все-таки, типа, я больше привык, как бы, ну, типа, такое, знаете... Хоть немножко, да, соблюдать вот эти вот ролплей правила. Винсензо Бинетти, также Назаро Дексету, вроде бы так, и Энджело Люциано, вроде бы. В общем, Энджел, тебе тоже привет. Как бы извиняюсь, если ники читаю неправильно, просто я думаю, что сами понимаете. Сейчас вот бомжик просит показать мне паспорт и лицензии, ну давайте покажем. Мне кажется, он мне просто троллит, типа, сейчас покажу. И типа, когда выйдет видео, не знаю. А лол, серьезно предложил мне инвайтнуться, вступил в СТО. Спасибо огромное. Все, чуваки, теперь мы можем поработать. Только, как я понимаю, так, там еще, по-моему, вот это, короче, жмем руки и уезжаем отсюда. Я не думал, что тут осталось так немало моих подписчиков, серьезно. Как бы, наверное, Эрза Брайт, вроде бы так. Извиняюсь, чуваки, если серьезно, или чувихи, но точно не знаю. Если неправильно читаю ваши ники, я не специально это делал, просто некоторые никнеймы действительно очень сложные. Так вот, Серега Кув, даже по имени меня знают, а как сюда писать-то? Может быть, слэш-д не работает. Сейчас подбегает чувак, пишет знаменитый бандит. Это прикольно, но я ему написал, что я отошел от тех дел, потому что теперь мы будем копом. И то есть будем следить за правопорядком. Никакого бандитизма. Проблем с законом нету. Ко мне сел подписчик в машину, но в принципе окей. И чуваки, я хотел как бы сейчас немножко покататься, но вы сейчас сами видели, там было много людей и не было машин. Короче... А мне кажется, она была разваленной. Я с тобой, да окей. А, я не помню, какой-то баг произошел, что ли? Типа, по какой причине у меня сейчас прочность 65, а как бы она выглядит как новенькая?
Серьезно, нет, у меня есть догадка, конечно, что, быть может, это 319 тысяч, офигеть. Как я понял, там кто-то еще ник мой вел, это прикольно. Короче, чуваки, ну, такое вот вышло обновление, давайте что ли поедем сейчас на гоночки, покатаемся на санкингах, хоть я не очень люблю эту карту, потому что она меня прям бесит, и я, скорее всего, на одном месте, которым я всегда проигрываю, проиграю, но все же. И пока что вот сделаем вывод насчет такого обновления. В целом, это обновление неплохое, то есть, опять же, это все-таки лучше, чем было до этого, так как до этого вообще по механикам никто не работал. Сейчас хоть люди будут пытаться, потому что, ну, если бизнес стоит 4 миллиона, то опять же, наверное, владелец бизнеса будет привлекать к себе людей, потому что он там просто просрет кучу денег, согласитесь. Опять же, это просто госцена его. А это нужно еще, как я понимаю, там топливо закупить. И также машину купить. Я тоже не знаю, сколько они стоят. Подвигает чувак, пишет, дай 382 бакса. ПЖ не хватает. Ну вот, о чем я и говорил. То есть, почему не стоит играть РП на Даймонде? Но мы все же с вами попробуем. То есть, ну просто подвигает чувак, типа, ПЖ не хватает, типа, не хватает, типа, не с глаголом слитно, прикольно в целом. Ну, то есть вот, сюда люди идут, почему спрашивают, типа, да нет, там есть нормальные, но сюда люди идут просто, чтобы, не знаю, веселиться, что ли. Но мы с вами попробуем играть РП Копа, уж не знаю, что получится из этого. И я серьезно, последнее время не играл на Даймонде, я думал, что уже обо мне все забыли, но тут я действительно офигел, когда я начал играть, действительно много людей, которые прям... Ну, узнали меня, то есть, типа, я твой подписчик, это прикольно, чуваки. И я, наверное, буду чередовать эти проекты, то есть, пока что я играю на двух проектах, таких как Diamond Roleplay, Roleplay уже, чуваки, окей, и Revant Roleplay. И будем по очереди играть на этих серверах, ну, и снимать ролики, то есть, опять же, один ролик на Diamond, один ролик на Revant, и так будем чередовать. Подбежал Тедди Лаки, тоже привет тебе, и я люблю вот эти вот вопросы. Чё, реальный бурбон? Да, реальный бурбон. И сейчас, конечно же, пиарим свой канал, ну типа они сами спрашивают, как канал называется, типа название. Зайду посмотрю. Также Алексей Бурбон, наверное, так, привет тебе. Блин, сколько чуваков, которые подписчики? Джон, Дехерти вроде бы так, или... В общем, Джон, сорян, ты понял, о ком я говорю, тебе тоже привет. Фух, вроде бы я ни про кого не забыл, это реально прикольно. То есть я уже забыл об этом чувстве, когда ты заходишь на сервер, а тебе дофига там чуваков подбегает, типа, твой подписчик. Это реально прикольно. И только, наверное, ради этого стоит снимать ролики. Но, как я знаю, на Эмбере у меня есть немало хейтеров. Прям вообще немало. По инсайдам, которые мне сливали, прям я на гонке сейчас надо написать, наверное. Там действительно много хейтеров, которые считали там нашу Фому, то есть кто в ней был, то есть я говорю нашу, то есть различными там ДМщиками, что мы ездили, всех убивали, боже. Понимаете, когда ты создал Фому ради того, чтобы просто отыгрывать ролплей, а тебя считают каким-то ДМщиком. Типа много было инсайдов, которые мне кидали чуваки, ну как инсайдов, типа просто, типа переписки, где люди считали меня Фому, типа, прям вообще. Да, вы в видосе все. А вот знаете, что самое прям вообще обидное? Если сейчас я, типа, всем передавал привет и, типа, пообещал, что не все видео, и бам, я не снимаю. Это будет реально охренеть. Ну, я надеюсь, что такого не произойдет, и все будет нормально. В общем, также Миша, привет, мама, я в Ютубе. Ну, чуваки, ну давайте, я передал Мише привет, типа, но как бы так судить-то особо не надо, наверное. Мой сладенький бурбончик, пишет Джон. Ох, это неплохо, чуваки, это реально неплохо. Но вот мы начинаем, я последний, как я понимаю, 10 из 12, в принципе, как всегда мне повезло. Хотя есть еще, как я понимаю, чувак сзади меня, даже два чувака, наверное, которым тоже не менее повезло. Фому инвайт есть? Нет, Фому я пока что не знаю, то есть я пойду в ПД, я хз, может замутить что-то еще с Фомой, то есть, ну сделать что-то лайтовое, то есть я хз. Если у вас есть какие-нибудь предложения насчет Фомы, то есть что-то можно устроить и сделать, то можете написать это, я прочту, и быть может это действительно сделаем, если идея будет интересна. Гоу-гоу-гоу, короче, там чувак что-то заснул. Он просто ОФК стоит великолепно. И сейчас нужно как бы обгонять. Нитро у меня нет, я сейчас проверил. Короче, аккуратно. Я надеюсь, ведь, хух, тут система штрафов не работает, а то было бы прям вообще великолепно. Ну и пока что гоним, потихонечку обновляем, обгоняем всех. Ё-моё, блин. Ну чувак, ну блин, такое, конечно, себе удовольствие-то. Ладно, пока вроде все нормально. Сейчас нужно... Почему я так аккуратно не проехал, как они? Ну чё за говно? Ох, просто я уже сейчас в самой жопе, да? 7-й, 8-й. Ох, просто великолепно, чуваки. Ну я понял, то есть все, короче, я просрал гонку. Ну как так вообще это произошло?
Честно, почему? И сейчас я начинаю ехать. Да зачем? Ну, чуваки, ну чё бы? Я чувака в речку согнал, потому что... Ох, это прикольно. И я сейчас... Ну, короче, я понял. Офигенно. Минус один. Это прикольно. Сейчас он мне тоже собьет. Давай, чувак, проезжай. Я почти что самый последний. Это прикольно, чуваки. Ох. Это без слов. Давайте просто я улечу сейчас. Да я даже не переворачиваться, наверное, не буду. Нет, просто, короче, все из одной фигни. Я криво въехал в поворот, где был забор. Я ехал какой-то... серьезно? Типа, давайте просто выйдем тогда. Я был... Ну, получается, там действительно, ну, типа, нормально, то есть там третий, четвертый, где-то так, по-моему. И потом, бам, я просто беру и как-то вообще почти что-то, ну, рядом пролетаю с забором и криво в него влетаю. И все. И ГГБП, как бы, я последнее место занимаю. Потом там еще начали чуваки тараниться, это... Я не знаю, к чему это было, типа, да там просто, наверное, случайно никто не хотел, просто так произошло. Ну и, чуваки, такой получился ролик, надеюсь, вам понравился. На этом все, он, по-моему, идет тоже так много, типа, там... Короче, всем спасибо за просмотр, можете поставить лайк, также подписываться на канал, всем пока.